Какой твой любимый фильм ужасов? Great Review Flights представляет Крик 4, год 2011, и легендарный режиссер Уэйс Крейвен. Какой твой любимый ужастик? Слоган? По-разному можно сочетать. Ужасы, ужастики. И героиня, выжившая в 4 мотивов сиквелах. И впереди готовность на 5-й в 2021-м. Нив Кэмпбелл, Синди, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, чары просто развеиваются, когда я вижу Кортни Кокс. Эта тетка даст фору любой 20-летней девке. Эмма Робертс, Рули Галкин, Кайдер Пентиер, Эрик Клонсон и другие. Бюджет был только в 40 миллионов бакинских, сборов США 38, сборов мини 97. Народ любит, когда кто-то кого-то режет. Маньяков. В маске. Зрителей было в Пиндосне 4,8, сборов России 4 миллиона. Вау. Премьерный релиз состоялся 11 апреля 2011, релиз на DVD 27 октября 2011 от новый диск, на Blu-ray 8 октября 2011 от новый диск. Ну что, все просмотрено, пересмотрено, и возможно мы доберемся и до сериальчика. Но это все. Возможно. Сидни Прескотт, Сидни. Многострадальная бабища последние несколько лет провела в относительной тишине и покое. Жизнь потихоньку налаживается вдали от вспышек и видеокамер папарацци. Но когда находит труп одного из студентов, мир Сидни Прескотт вновь начинает рушиться. Угага. Всему виной возродившийся убийца в маске лицо призрака или удар ножом. Оценка 8 баллов. Друзья мои, на самом деле, ну это уже слишком. Сделать убийцу, я понимаю, что может быть любой персонаж. Но мы привыкли маньяков в роли мужчин, как бы. Злых, зловещих, хитрых, страшных. Но девушка молодая, ребят, ну это уже, по-моему, чересчур. Нет. 4-я, она хороша, да, по-своему, накал, страсти, драйв. Но самый большой минус был сделать убийцу девочкой. Ну, откуда она научилась так стрелять? Так резать, так грамотно и четко наносить. Она же совсем хрупенькая, она худенькая. И нападать на людей выше ее, сильнее ее, в массе полностью, ребятки, ну это, по-моему, перегиб. Это же сказка. Здесь должен быть мужик, реально злой. Вот тогда я поверю, что это маньяк, убийца. Ну никак, девчонка. Никак не малолетка, которая где-то там кому-то что-то мстит. Я понимаю, что как бы сделан антураж комедийный, но все же. Не забывай, какой твой любимый ужастик. Друзья, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал. Пересматривайте свои любимые ужастики, молодежные бугага. Ну что, в живых остаются по-прежнему 3 главных
Актера, так сказать. Посмотрим, посмотрим. Ждем пятый крик. Ждем. Здесь уже Синди похорошевшая, окрепшая, набравшая ума, так сказать. Друзья, ставьте лайки, леди злаки, подписывайтесь, я это уже говорил. И, конечно же, помогайте на развитие любой денежкой. Вау, адес.